Это происшествие, скорее напоминающее страшную автокатастрофу, произошло 14 августа в 21:30 в 47-м квартале. Микроавтобус практически смят, часть сидений едва ли не вырвана из креплений. Всех пассажиров и пострадавших приходилось доставать через заднюю дверь. А врезавшийся в Toyota Hiace трамвай даже приподнялся над рельсами. Уже известно, что в микроавтобусе было 14 пассажиров. Его водитель считает, что именно трамвай на перекрестке грубо нарушил правила движения. Я повернул на зеленый свет, трамвай резко выскочил. Резко выскочил? Ну как резко, ну он шел как-то. Сигнали у меня, я уже ничего не успел сделать. Противоположной точки зрения придерживается девушка, водитель трамвая. Приезжала перекресток на зеленый свет, водитель, вот маршрутка вылетела. Полностью практически завершала перекресток уже все. ДТП в одном из самых оживленных микрорайонов в вечерний час пик привлекло внимание сотен горожан, и, по словам некоторых прохожих, есть двое автомобилистов, видеорегистраторы которых зафиксировали сам момент столкновения, а именно эти видеокадры могут внести полную ясность в расследование, отмечают в полиции. В настоящий момент по данному факту проводится расследование данного дорожно-транспортного происшествия органами дознания. Очевидцев данного происшествия просим обратиться по телефону 29-29-99, дежурная часть ГИБДД. Все пострадавшие были доставлены в БСМП, и лишь чудом в этом страшном столкновении никто не погиб, отмечают врачи. Вчера после ДТП на проспект Строителей в нашу больницу было доставлено 6 человек. По скорой помощи все больные осмотрены, у всех травмы легкой степени тяжести, отпущены на амбулаторное лечение. Управление трамвая уверяет, что незадолго ДТП видеорегистратор в трамвае вышел из строя. ГИБДД сообщает, что мужчина, управлявший микроавтобусом, 15 раз привлекался к административной ответственности, но ни разу за так называемые грубые нарушения. Как бы то ни было, точную причину происшествия установит расследование. Намсарай Намсараев, Борис Геленов, новости дня.